Почти два месяца назад Дарья Мельникова подарила Артуру Смолянинову второго сына. Первые годы своей семейной жизни звезды никогда не рассказывали о своей семейной жизни. Но теперь актриса завела блог о материнстве, где делится с поклонниками своим опытом. Ей часто задают вопросы, на которые она честно отвечает. В том числе об Артуре и сыновьях. Второго ребенка мы очень хотели. У нас с мужем вообще нет никакой установки по поводу численности семьи. Что называется, как пойдет, улыбается Даша. Поэтому мы безмерно счастливы, что их уже двое. Как совмещать воспитание, да просто жить? Для меня воспитание ребенка – это пример родителей. По-другому, мне кажется, не бывает. Дети впитывают образ жизни, образ мысли, поэтому воспитывать надо себя. Просто я провожу с ними много времени. Мы с мужем стараемся всегда с ними играть и везде, куда возможно брать с собой. Что изменилось? Да все, они учат нас становиться лучше. Я вообще не представляю себе, как справлялась бы без мужа. Недавно у меня был опыт жизни с двумя детьми и укладывание их спать, так вот могу сказать, что муж – это чудо, рай, спасение. Мне, конечно, повезло с тем, что он из многодетной семьи, любит детей и знает, как с ними обращаться. Но я никогда не делала все сама-сама, и с первым ребенком у мужа даже лучше получалось за ним ухаживать, чем у меня. Ну и, наверное, то, что он присутствовал на обоих родах, тоже влияет на его отношение к детям. Своего старшего сына Артура актеры не показывали почти два года. Зато младшего Даша впервые представила поклонникам, когда ему еще не было и месяца. Правда, лица малыша она не показала. Также до сих пор неизвестно, как Мельникова и Смолянинов назвали младшего ребенка.